Hey, you guys, в Мишеньке мы продолжаем проходить игру под названием Made of Scare. Короче, я сейчас одну вещь тут подумал, что нам по-любому с вами придется все-таки бежать на второй этаж к тому гиганту. Потому что там была дверь. Так, во-первых, где я нахожусь? Заметьте, что оно там есть. Короче, странное место. Хилку использовать я не буду, как я и говорил. Поэтому используем ключик и идем отсюда. Так, сразу видим кусок пыли. Обойдем, зайдем сюда. Я смотрю, тут мистер Икс уже побывал. Так, ага. Как для чего я активировал? Так, страница из журнала Исака. 22 октября 1897 год. Все готово к вечерней репетиции. И цилиндры, и большая физгармония. Я обязал весь персонал собраться в большом зале, потому что сложно найти того... кого-то еще для опытов в таком количестве. Без сомнений, цилиндры произведут ожидаемый эффект на подопытных. А мой брат Авраам заверил мне о том, что моя дочь Элизабет придет и исполнит песню, как ее мать. Для чего я активировал? Так, ну допустим. Так, он в этой уже комнате. Так, допустим. Главное идти так, чтобы ни с кем не столкнуться. Так, примерный чертеж. Что я натворила? Так, окей, сразу заберем игрушку. Так, хорошо. Эта комната везде, да, закрыта? А ну-ка, давайте проверим. А, то есть такие значки, это значит на защелку просто закрыты. Так, а сюда я попаду куда? Не сюда, да, надо?
А, это какая раз я сейчас к вентиляции приду, которая в этот центральный этаж. Первый этаж, как я понимаю. Было бы страшно, если бы здесь кто-то все-таки был такой, который ползучий. Было бы стрёмно. Так, давайте сначала сюда пойдем. Ну, мы просто изучаем, проверяем местность, так сказать. Сейчас придется их баговать, как я понимаю, снова. Но все цилиндры у меня есть. Осталось понять, в какой последовательности это все дело нужно сыграть. Потому что я больше ничего не вижу. Типа, ключа у меня этого нету, языкового. А чё здесь закрыто? Я ж открывал. В смысле, блядь? Мы ж на лифте поднимались, открывали ворота. Ой, блядь. Кайф. Но мне нужно сюда подняться. Странно, что этих чудиков здесь нету. Нет, открытые двери. Странно. Томас, это ты? А где она? Томас! О! Томас! Томас! My love! Любовь моя! You're safe! Ты в безопасности! I had to flee the Мне пришлось бежать из чердака с тех пор, как я since. Проснулась с этой. But we must Но мы должны hurry. спешить. Do you have the Цилиндр у cylinders? тебя? Ну да. Цилиндры то у меня. Да, я тебе верю, вот цилиндр, любовь моя. Нет, я тебе не верю. Я сыграю песню против. Я еще не закончил. В смысле? То есть у меня есть вторая концовка, но я ее не могу сыграть. А типа концовки? Ну, у меня одна концовка. Давайте пока что, да, я верю в тебе. Вот твои цилиндры, любовь моя. Then we cannot waste any time. Тогда мне неожиданно Quickly, при это give them время. to me. Быстрее дай их мне. Ну, видно ее взгляд. Безумие. Thank you, Спасибо, Thomas. Томас. There will Для be a тебя тоже place for будет you. место. Sound a yawning.
вон та херня. Смерти и раздора пришел новый порядок. Железом будет он навязан. Из темноты родилась новая песня. И вместе они правили новым рассветом. Понятненько. Ну, так сказать... Мне нужно еще будет сейчас походить. Закрытая комната, сразу, наверное, на третий этаж с вами поедем. На третьем этаже. Так, уровень сложности, время игры 5 часов, музыкальные шкатулки, примечания. Фонографы я все собрал. Ну ладно. Сохранены игры, используем приспособление, количество смертей, получено ударов. Ну, слушайте, в принципе, я сейчас нашему продолжить. Время у нас, в принципе, есть. Быстренько, я просто пробегусь. А, блин, у меня аппарата не будет. Тогда придется шифтить. И с вами пособираем все, что я еще не понаходил. Ну, в заключительности куколки мне на них посрать. Как я понял, мне нужно еще одну мелодийную таблицу найти. Надо еще один текст с музыкой найти. Найду текст с музыкой, в принципе, может быть... Все закончится хорошо. Музыка какая-то играет. Я типа подумал, что у меня все довольно окей пройдет. То есть я все соберу. По ходу событий, и нам сразу дадут два варианта концовки. Так, а ну-ка. Так, сразу, где это я? Ага, это я уже здесь. Нам еще ключ нужно найти где-то. Раз. Нам нужно будет сейчас по лифту подняться, наверное, наверх. Так, подожди. Хоп. Ну, я попытаюсь как можно быстрее это дело сделать. Чтоб не зря не тратили время.
А подожди, в смысле? А, двери закрыли. Я могу сразу, да, пойти. Но мы, наверное, на лифте сразу поедем. Поехали. Начнем со второго этажа. Блин, там будет мистер Х сейчас сходить и помощник, ё-моё. Тогда сейчас что-то придумаем. Хотя, подожди, лифт, где он поднимается? Комната, комната, комната. Ладно. Если что, с мистером Иксом я буду просто спиной идти. Конечно, времени много потрачено на это, но не суть. Не суть, не суть. Подожди, а есть еще другой способ сюда попасть? Он сможет сюда зайти? Подожди, если он сможет сюда зайти... Тогда в следующий раз лампочкой. То есть мне нужно как-то сюда будет сейчас пробежать, сюда, сюда и наверх. Ты не зайдешь сюда. Блин, а он не уйдет, да, отсюда? Он не уходит. Так, мистер Икс, попросим вас сейчас свалить, чтобы пробежал вот в эту комнату. Сохранился, убежал сюда. А, подожди, я здесь же тоже как-то херня, помню, стояла. Давайте попробуем. Так, нам уже только в эту комнату, да, нужно попасть и все. Нормально, я дверь открыть не могу. Придурок, свали, я дверь открыть не могу. Я сохранился, я специально сделал, за что он сейчас уйдет. Он сейчас уйдет. Я пробегу, заберу листик. Я попытаюсь быстро забежать, забрать листик. Забрать мышцекальную шкатулку и свалить обратно. Сохраниться, сдохнуть и потом выбежать в лифт и уехать. Так, ну нам нужно будет, получается, на первый там этаж съездить. После первого на нулевой. Только, блин, а где я все равно найду вот этот ключ в виде... Так, ладно, разберемся. Схема потайных комнат. Проект «Секретные двери». Двери в потайную комнату. Статуя держит замок для ключа короны. Статуя отодвигает от входа.
Потайную комнату. Вход в потайную комнату открывается ключом корона. Замок для ключа корона с замочной скважиной в челюсти черепа. Так, подожди. Сейчас он придет. Мы выбегаем вниз. Потом побежим в лифт. Вот и все. Адиос, идиотос. Так, это мы разобрались. Первый этаж, вспоминаем, было ли у нас что-то. Первый этаж, это... Та-та-та-та. Кажется, там мне нужен был тоже ключ корона и ключ птицы. Если я не ошибаюсь. Ну, видите, типа, если вы хотите пройти линейную игру, тогда будет только одна концовка. То есть, это, наверное, плохая концовка была. То, что мы никого не спасли, и в конце концов нас тоже поработили. Так. Выходим. Так, вышли. И сюда. Так, сюда и потом наверх. Так, подожди, сейф есть где-то здесь? Есть внешние части. Потайного хода нет. Бред. Ладно, сейчас сюда сбегаем, сохранимся и выбежим наверх. А если он в ту комнату пойдет, тогда я туда пойду. Давай, уходи. Десять секунд я могу задерживать дыхание. Так, здесь нужен ключ птицы. Так, мне повезло, меня никто не услышал. Но мне кажется, пианино само, да, сыграет? Как я не хочу. О, огонь, слышите, горит. Потому что мы эту куклу уже не спасем. То есть я сюда спустился ради куклы. О,
Я могу, в принципе, встать и побежать. Так, ладно, побежали. Так, и в принципе все. Поехали на нижний этаж. Сейчас пойдем там, где церковь, используем ключ короны. И, возможно, нам потайной ход откроется, и мы найдем, может быть, последнюю вот эту запись, которую, скорее всего, она делала, да? Либо я не знаю тогда, что. Ну, мы весь отель исследовали. Так, а другого варианта у меня только нету, да? Только через люк и на огромный крюк делать. Блин, это нехорошо. Томас! Томас. I'm up here. А, один хера они ко мне сюда не выйдут. То я могу бегать. Так. Засейвимся. Так. Сюда и направо. Вот сюда я зайду, так пройду сюда и сюда. И на всякий случай мегафон тоже использую там. Так, сюда. И поехали. Мне интересно, почему все забага. Все, отстаньте. Столько баррикадов здесь. Прямой идем. Просто по прямой. А ему, походу, все равно, да, на эти звуки? Ух ты ж, ё-моё. Все, последние ноты мы нашли. Ну, хотя бы ему музыку не сыграли еще. Так, здесь есть какой-то проход у нас. Мне аж интересно, что за проход. Но чувствую, мы, по идее, должны сейчас спуститься
куда? В парк? На кладбище? Что-то было странным. Но не снимает все нормально. Так, проверяйте все комнаты, там можно найти секреты и полезные предметы. А ну да, это то, помните, что я вам говорил. Короче говоря, теперь мы можем полностью все изучить на поиске этих кукол. Но по факту они мне все равно не нужны. За них просто достижение до туда и все. Собрать 20 штук. Поэтому сейчас мы с вами идем получать вторую концовку. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Пам-парам-пам-пам-па-пам. Трути-трути. Мне интересно, я типа скрытно двигаюсь быстрее их? Походу, да. В принципе, все. У меня все есть. Примечание. Ну, примечания не все не нашел. Еще 4 не хватает. Я дневник, по идее, еще один не нашел. Да, и дневник не нашел. С предметов, может быть, предмет у меня все как раз. Ну, не так важно, короче, прям. Томас! My love, you're safe. I had to flee the attic. I've been hiding from them ever since. But we must hurry. Do you have the cylinders? Нет, я тебе не верю. Я сыграю песню про противоядие. Мы должны положить конец этому безумию и разгласить и получить власть над песней сирены. Принести порядок в... Что ты делаешь? Нет! Томас, ты не понимаешь, что мы не должны... А мы же еще не засунули катушек. Томас? Что я делаю? Песня противоядия, да? Заметьте, здесь все светлое теперь. То есть это хорошая концовка, потому что все светлое. А тогда было темно.
Мы должны положить этому конец. Покончить со злом и страданиями. Освободить это существо и мою семью от этого проклятия. Свете было найдено... Свете. Была найдена новая гармония. Старые цели были разрушены. И после окончания песни началась новая. Ну, чего, ребята. Начнем же тогда мы с вами... Плюсы-минусы. Начнем, как обычно, с плюсов. Все, так сказать, между собой связано. Например, у нас связано все с музыкой, да, типа с пением. Поэтому у нас находки, так сказать, в виде музыкальных нот, сейвы с помощью граммофона вот этих. Было ли страшно? Ну, как это хоррор, да? Выполнил ли она свою функцию? В принципе, как хоррор. Ну, в какой-то степени да, в какой-то степени нет. Почему? Объясню. Хотя нет, мы же только за плюсы говорим. Да, были, потому что там, типа, некоторые скримеры меня, допустим, напугали. Внезапные. О! С собакой все хорошо. Я думал, ее забили. Она живая. О, хорошенькая собачка. Получается, также из плюсов можно взять саму музыку. Музыка довольно хорошая. Даже бы сказал, очень хорошая. Также можно отнести к плюсам это битвы с боссами, атмосферность. Ну и в принципе, думаю, все. Если относить к минусам, то, наверное, к минусам я отнесу это заскриптованность некоторых врагов. Даже не в том плане, что, допустим, мы куда-то пошли в комнату, да, и они тоже поменяли свой, так сказать, путь от точки А до точки Б, и они начали ходить там, где мы начали бегать. Это ладно, пускай. Но когда мы, допустим, те же открываем ворота, когда вы помните, на нас сразу челик набежал, и они, главное, знают, где мы. И типа как, вы глухие, ну то есть вы слепы, вы уж не видите. Вы слышали звук там, но почему вы ищете меня не там, где звук был, а просто бежите, как будто, блядь, экстрасенсами стали какими-то. Также можно взять к минус это как раз вот, даже вот когда мы с вами открыли потайной проход. Челик такой, чё? Типа постоял, нихера не услышал. Также к минусам можно отнести это, ну, Мистер Икс, да, вот тоже херня. Типа, как он знает, где я, он идет постоянно за мной по моим шагам, что ли, я не знаю. Хотя я шевчу, либо стою просто на месте. Также, когда мы его победили, я думал, ха, все. Но в конце концов он за нами побежал. Это тоже минус. Также к минусу как раз я говорил за скримера, что они довольно... Были, которые напугали, но также были скримеры, которые, ну, просто, знаете, типа, чтобы быть. Типа, допустим, мужик где-то в красной комнате, да, был?
Ну, типа, было ожидаемо, что он выпрыгнет, так как его там нигде не было, он не сидел, не стоял нигде. Потом было ожидаемо. Точно, как раз еще к плюсу забыл добавить, это вторая концовка. То есть, если мы полностью все не исследовали, мы получаем с вами только одну концовку. А так мы получили с вами две концовки. Также можно еще, ну, сказать, так сказать. Плюс, тоже забыл сказать один. Это то, что у нас с вами сюжет рассказывается не только, ну, повествуется не только в диалогах, да, в звонках, но и, сказать так, во всяких записях, которые мы могли запросто пропустить. Но так мы с вами, видите, находим, типа, и все изучаем, что да как происходило. Ну, думаю, в принципе, как-то так. Сложность влияет, в принципе, только на нахождение предметов. И то у меня с вами, как вы видели, 7 штук вот этих механизмов были. Я использовал сколько их? 2 раза. Ну, по назначению. Ну, ладно, 1 раз. Это когда... А, я не помню. Я вообще использовал? Вот честно, я вообще не помню, чтоб я ее использовал. Ну, как вы поняли, короче, можно и так без этой херни вообще пройти. Сложность влияет на количество вот этих чипов. Сложность влияет на то, что тебя быстрее отпиздят. То есть, если бы я играл на легкой уровне сложности, мистер Икс бы меня атаковал бы с 3 ударов. Ну, наверное, убивал. А так он меня убивает с 2. Ну, я считаю, типа, удар и добивание. Как за 2. Ну, в принципе, как-то так. Ну, игру можно разочек так сыграть просто для себя. Мне лично понравилось. Посмотрим, что дальше, какие будут игры. Поэтому, ребята, как-то так. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока.